Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня я расскажу о генераторе паролей. Многие из нас сталкиваются с задачей создания сложного пароля для максимальной безопасности. При этом допускаем основную ошибку, используем один пароль ко всем сайтам, сервисам и игровым аккаунтам. Взлом одного аккаунта – это доступ ко всем сайтам и сервисам, где используется такой же пароль. Особенно внимательно нужно относиться к паролям от основного почтового ящика, поскольку злоумышленник, который получит доступ, сможет изменить пароли на всех сайтах и сервисах, которые привязаны к этому почтовому ящику. Когда вы проходите регистрацию на сайте, недобросовестные веб-мастера данные, которые вы ввели, сохраняют к себе в базу. Это позволит им взломать любой сайт и сервис, где используются такие же данные. Эти же недобросовестные веб-мастера, используя базу данных с чужими паролями, анализируют статистику часто используемых паролей, что также используется для подбора. У каждого был такой момент, когда сайт выдавал сообщение о том, что вы придумали слишком простой пароль и просит придумать более сложный. Для удобства разработан наш онлайн-сервис. Если вы дорожите своим аккаунтом, лучше создать сложный пароль. Это усложнит задачу злоумышленнику, который попытается взломать ваш аккаунт. Сейчас я покажу, как сгенерировать список паролей, используя буквы, затем добавляя числа и символы. Для начала заходим в браузер и вводим поисковую строку sharagames.ru. Переходим к генератору паролей. Ссылка на страницу находится под видео. Так. Нажимаем «Генерировать» и смотрим варианты. Генератор создаст пароли, которые легко читаемы и проще запоминаются. И добавим символы. Сложный пароль тяжело запомнить, поэтому лучше сохранить его в файл, что также не гарантирует полную безопасность. Надежный способ сохранить и не потерять пароль – это воспользоваться онлайн-сервисами, например, как мои-пароли.ру или kemimo.com, или использовать мастера пароля в вашем браузере. Когда вы сделаете ваш выбор, просто копируем пароль и вставляем соответствующую строку в игре. Так, я возьму этот пароль, так, копирую. Возьму игру из топ-5 World of Warships. Так. Начать игру. Играть бесплатно. Так, и вставляем наш пароль. Вставляем. Так, имя. Имя я возьму из генератора ников. Так. Копируем. Ставить. И почта. Так. Нажимаем «Продолжить» и начинаем играть. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.